чертой бедности, еще даже на супермаркетах хороших, добрых из вас ставят такую корзиночку, типа, может, с какими-то продуктами для просто устарелых людей. То есть, ну, те, кто должны, ну, о таких должны заботиться, дети, там, старики и так далее. Далее предоставлены сами себе, а какие-то там непонятные олигархи, там, скупают себе яхты за полмиллиарда долларов, и живут совершенно. Думаю, что это все будет безнаказанно. Но ничего в этом мире нет безнаказанного. Надо понимать, что за все в этом мире придется заплатить. Типа, ну, какая-нибудь воронка, если же инфляцион завелся в попу, будет очень хорошо, и завтра будет прыгать, как бы, слюни. И, ну, мир устроен так, что подобные безумцы, люди все равно действуют так, как они, ну, как их, скажем так, влекут их чувства. И это не только у каких-то там людей, также у нас, мы с вами также подчинены своим чувствам. И поэтому мы не можем сами по себе произойти в этот океан материального существования. Нам нужен гуру Кришна и Вайшнава. Ну, Кришна – это наша высшая цель, но нужно понять, что духовная жизнь – это не только цель, это в большей степени процесс. Люди думают, как материалисты, вот там, доехал до Кришны, все, расслабился, там, лежу, там, отдыхаю. Это не так. Все наоборот, мы готовимся к подлинному служению, мы готовимся к подлинному труду в духовном мире, чем не оплачивать. Никто нам ничего оплачивать не будет, потому что духовный мир – это самая большая плата, это не дофинешно. Ну, вот. И мы готовимся к тому, чтобы вступить на землю духовного мира. Мы готовимся к тому, чтобы вступить в взаимоотношения между собой. И это весь суть нашей трансформации. Как бы, и до тех пор, пока мы не придем к такому сознанию, нас просто не пустят в духовный мир, там нам нечего делать. Там нет замков, там нет ключей. Там все как в Германии. Стоит магазин, написано, там, вот цветы, сколько положит денег. Какой-нибудь немец, он пойдет, там положит денежку, возьмет все цветов. Наш турист приедет, сначала положит одну денежку, потом подумает, положит меньше, потом значит, деньги. Ну, к примеру, да. Но даже немец рациональный, как бы зомбо-немец тоже не сможет попасть в духовный мир. Потому что он правильный. Но тут как бы правильность она имеет вообще опасный. Вопрос стоит, веришь ли ты в Бога или нет. Поэтому в Германии есть такая налоговой декларации строчка «Верите в Бога или нет?». Если верите, то поскольку немецкое правительство оплачивает церкви, ты должен поставить табличку и заплатить за это 5 евро налогов. Но большинство немцев свои налоги деваются, что Бога не верит, 5 евро не платить. И поэтому для них как бы церковь – это, ну, некое такое там памятник, ну, как музей. То есть, ну, никому эта церковь не интересна. Ну вот, а если есть какие-то там монашки, то вообще непонятно, во что они верят, что они в башке двоится. Я помню, тоже в дневном празднике. Ну, вот, мы поехали, какой-то там Хэллоуин был, там был какой-то замок, там какой-то монастырь, монашки, и там был дневной праздник Хэллоуин, а что-то монашки стали говорить, вот мы здесь потусим, чтобы дети не пугались, ну такая выставка страшная, это очень приятно. Вот, что у них в башке, тоже непонятно. Хотя, вроде бы, ну, как бы, люди, которые начали изучать санскрит и Индию, да, то есть, по большому счету, должны были проникнуть в мистическую идею лучше всего. Но мы видим, что... И поэтому мы не можем сказать, что вот их общество более совершенное, да, потому что в нашем обществе больше религиозности, да. Но они скажут, ну, это приматы, там, русские, украинцы, там, это приматы. Церковь – это примитив. Ну, там, вот орган послушать, там, тука попить на автобус, есть. Ну, вот какие-то приматы верят в Бога, как мы говорили с Махачером в Дании, да, мы были в Дании. И там в Дании как бы такая фишка, что, ну, если ты веришь в Бога, ты неудачник. Но тут все круто, начинается там, человек, начинается его зарплата не с того, на которого пришел на работу, а когда он к нему приехал. То есть ты час до работы ехал, значит, ты вот это идешь на работу, тебе уже платят работодатель зарплату, да, ну, или маленькую, да, там. Вот. Но ну, как бы счастье такое датчанин, это зомби. Футбол, там, пиво, ну, то есть, ну, примитивный человек. И огромное количество самоубийств. Почему? Потому что все ровно, все хорошо, все настолько хорошо, что даже хочется повеситься. Вот. И поэтому мы видим, да, что, ну, как бы вся вот эта вот, ну, скажем так, это природа, красота, рациональность общества, она все равно не дает человеку той самой любви, ради которой.